Генеральный партнер проекта «Позитив» – мультисервисный портал в хабаре.ру. Ты за здоровый образ жизни? Тогда будь с нами! Смотри программу Марины Ли «Позитив». В этом движении было что-то завораживающее. Они шли след в след. Под ритмичное выстукивание барабанов оба двигались, как в едином потоке, и яркие веера в руках то разом вспыхивали, то гасли. Любопытно, а смогу ли я за время нашей передачи научиться нескольким танцевальным па и обрести гармонию души и тела? Тай-чи – это древнекитайская гимнастика, состоящая из двух параллельных процессов. Первое – это физические упражнения, а второе – это сам процесс медитации. Вот. Ну, естественно, что сама гимнастика и весь комплекс состоит из двух противоположных вещей. Наклоны, скручивания, повороты, много различных движений, состоящих из медленных, плавных, резких движений. И все это сочетается с пластикой и с какими-то боевыми, так сказать, смыслами, содержаниями. Я знаю, что китайцы любят двигаться с мечом или веерами. А первый комплекс означает мужское отношение к жизни, а второй? А второй отражает соотношение мужского ян и женского инь. Именно на равновесии этих двух начал и держится гармония мира. Представляете, если каждый день начинать с веерного танца? Совершенствуй тело, и придешь к совершенству духа. Вот главный принцип основателя шаолинской школы Ушу. Любопытно, а какими принципами руководствуется эта юная леди? Так виртуозно управлять веером, перевоплощаясь то в журавля, то в змею, дано не каждому. Вернее, не каждый. А 22-летней Зои Немкины это по плечу. Около 2 лет она жила в Поднебесной, обучаясь древневосточному боевому искусству у великих мастеров. Мужчине тяжело, представляете, пройти такую школу обучения. А вам, девушке, столь хрупкому созданию, решиться на поездку на 1,5 года в Китай, ну это нонсенс. Мне настолько нравится китайская культура, что мне с одного ракурса, с изучения языка, не хотелось заострять на этом внимание. И поэтому больше вот это вот военное искусство, в нем очень много морали, очень много философии. Уважай других, и будешь достоин уважения со стороны окружающих. Все подвиги доступны герою, который овладел гармонией тела и духа. Зою Немкину тоже можно назвать героиней, героиней нашего времени. И вот почему. Мне единственной спортсменке выпала честь защищать мастерство России по данному виду боевого искусства. Экзамен проходил в городе Джинчжоу. Это провинция Хэнань. Соперников было очень много. Вот французы были и весь азиатский регион. Мне, конечно, далековато до мастерства Зои и Николая Тынагыргина, президента Федерации Ушу. Так что я для начала попробую веером помахать, а там будь что будет. Ударила. О! Это нет, а прямо так раз спокойненько сюда, да? Просто так, с набега, с наскока, это древнее боевое искусство не освоить. Поэтому, прежде чем взять в руки меч, стоит подумать, а достоин ли ты его? Есть свободная минута, двигайся. 15 минут достаточно для того, чтобы настроение плохое сменилось на хорошее. Кому-то нравятся танцы с веером, а кто-то в восторге от умопомрачительных вертушек и вертолетов. Танцевальные дисциплины все настойчивее рвутся к спортивному признанию. Вслед за представителями бальных танцев спортивный статус могут приобрести еще одни почитатели танцевального искусства. Они могут стоять на головах часами, подолгу прыгать на руках, делать умопомрачительные вертушки и вертолеты на разных частях тела. Они не верят в приметы и слушают исключительно хип-хоп. Мы слушаем музыку, мы ее чувствуем, то есть элементарный какой-то кач. Вот и все, это уже достаточно, это уже танец. Все движения, которые мы добавляем, руки, ноги, это лишь делает нас, наш танец красивым. Но без вот этого кача, без вот этого чувства музыки, вольные движения, это не танец, это не красивость. Самое главное, чтобы мы качали. Самое главное, чтобы танец был здесь. То есть все идет от тела, кач.
Назвать себя бибоем я, конечно, не могу, но вот мой инструктор Александр, в кругах хип-хоперов именуемый просто Гекс, бибой с большой буквы. Многократный участник батлов, то есть соревнований среди хип-хоперов в Хабаровске, Иркутске и Красноярске. Хип-хоп, брейк-данс, фанк-стайл тренируют выносливость, формируют фигуру и повышают жизненный тонус. В одночасье улетучиваются лень и вялость, улучшается контроль над телом, а движения, смотрите, какими они становятся легкими, свободными, четкими. Самое главное в танце – это, пожалуй, ощущение. То есть нужно, чтобы танец нравился. Это если брать постановку. А если брать конкретный стиль, то там важно все. От подачи до внешнего вида, до знания какой-то информации определенной. Для меня хип-хоп уже стал частью жизни, причем огромной частью ее. Я бы сказал, большей, чем все остальное. Это то, чему я отдаю все практически свое свободное время. С повышением танцевального мастерства растет самооценка, появляется уверенность в себе, исчезают психологические зажимы. Хип-хоп – это идеальное хобби. С одной стороны, танец – это искусство, творчество, занятие, которое облагораживает ум. С другой стороны, это спорт и хорошие физические нагрузки. Днем мы работаем, а вечером мы приходим, и мы тренируемся, выступаем вместе на сцене. То есть на данный момент это получается такое вот четыре ветки, четыре волны, которые периодически на всех проектах соединяются вместе, готовятся, делают одно большое приятное дело для всех.